дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в XCOM Enemy Within. В прошлой серии, мы с вами потеряли очередного бойца. Иерарх Артанис, пехотинец, мы теряли, конечно, уже пехотинцев, но на текущую секунду у нас пехотинцы идут в первых рядах, поэтому... Но это, в принципе, вполне логично, да? На передовой воюют, что, ну, не всегда. Не всегда нам будет вести, и иногда мы будем терять кого-то. Обнаружен инопланетный объект. Средний рейдер, нет доступных перехватчиков, Австралия. Ой, подождите. Обнаружен инопланетный объект. Большой похититель. Мы получаем сообщение о новых похищениях людей. Места происшествия отмечены на глобусе. И у нас низкая сложность, поэтому мы, наверное, как-то вот так вот, да, пойдем. Немножечко прокачаем новичков. Медик, киска. Дальше. Влад, киска. Кто еще нам нужен? Нам нужен, наверное, Ван Дорн. Пулеметчиком пойдет. Мы из него сделаем такого же хорошего пулеметчика, как Ганс у нас. Дальше. Нам нужен кто еще? О, Марти. Вперед. Дальше. Василий. Дженнифер Лопес, кстати, я переименовал по вашим просьбам. Теперь у нас позывной звезда у нее. Так, подождите, а где Василий у нас? Васька Ураган. Берем. Дальше. Мародер. Блин. Звучные такие все у него. Так, снайпер, медик, пулеметчик, пехота, мэг. Кто еще? Марти идет. Сара Масяня, Дженнифер. О, Дмитрий. Дмитрий, некогда спать, надо качаться. Кач-кач. Я думаю, он не возражает. Дальше. Константин Егоров. О, подождите, какой Егоров? Все за раз сказал. Смотрю на Анатолия. Константин Николаев. Второй пехотинец. И последнее место. Кто у нас идет? Кто у нас есть здесь еще? Павел, ну, Павел у нас сержант, поэтому немножечко покурит. Дорогу молодежи, да? Начинаем подтягивать реальных игроков. Так. Анатолий, кто еще? Пулеметчик. Тони Старк. Пехотинец тоже. Блин. Новичков. Ну, как-то я не хочу их брать. Новичков я пока что не хочу брать. Ну давайте Тони Старка возьмем. Что у него тут? Ну близок, поэтому как-то вот так вот. Давайте снаряжаемся. Нам здесь нужно что? 6 здоровья. Влад-то у нас здоровый парень. Да? Бронекостюм Пустельга. Снайперская винтовка Гаусса. Что тебе еще сошки дать? 8 здоровья, это не совсем круто, но я думаю, он справится, потому что меткости-то у него явно маловато. Потому что капитан КПТ. Капитан, да. Потому что капитан это не очень круто. Так, подождите, нет. Тебе броню фалангу. Что тебе еще дать? Автомат Гаусса, пистолет Гаусса и прицел. Шикарно. Дальше. Пулеметчик Ван Дорн у нас идет. 6 здоровья. Мы ему нацепим, наверное, панцирный бронекостюм. Так. Пулемет Гаусса даем ему. Даем бронебойные боеприпасы и прицел. 11 здоровья. В общем, в целом. Шикарно. Поехали дальше. Марти Андерсон. Броня фаланга. 9 здоровья. Ну, в принципе, неплохо, но у нас всякие кибердиски дамажат по 9 единиц.
11 будет в самый раз. Я прям сильно жду нашу новую броню. МЭК-1. Шикарно. Рельсотрон у нас появился. Мы его берем. Огнемет. Что у нас еще есть? 75. Может быть прицел. Может быть бронебойные боеприпасы. Ну, для этого надо как минимум попадать, да? Даем прицел. И... Бронебойный боеприпас. Снижает сопротивляемость урону врагов на 2. А вот это у нас просто плюс 1 к дамагу для всего баллистического оружия, оружия Гаусса и РПГ. Вот это у нас основано на технологии Гаусса. Да, это у нас оружие Гаусса. 11 плюс 8. Еще есть штуки какие-то здесь в Long War, которые позволяют нам... Это проекты какие-то должны быть. Кто знает, напишите мне в комментариях, что за проект. Квадратная такая штука. Она повышает количество брони. Как бы броня для мэков работает. Лазерный прицел. Ну, на 4 всего лишь. 4. Нет, давайте, наверное, мы ему дадим. Сколько шанс критического урона? 0. Так что ему бесполезно, наверное, эта штука будет. Кинетический модуль. Нет, давайте огнемет возьмем, проверим. И даем ему боеприпасы с оболочкой, да? Или нет, давайте бронебойные. Во, пойдет. Он у нас, в принципе, неплохо будет дамажить и плюсом сопротивляемость урону, так что должно быть все хорошо. 11 своего здоровья и 8 от брони. Прекрасно. Ух ты ж, блин, какой здоровый. Так, дальше. Дмитрий Болгар. Броня фаланга. 9 здоровья, ну, пойдет. К сожалению, у нас новый дробовик изготавливается пока что тоже. Ну, вместе с броней он будет. Дугомет, защита из сплавов. 11 здоровья. Великолепно. Дальше. Костя Николаев. 5 здоровья. 8 здоровья. Вообще отвратительно. Но у него и звание младший капрал, поэтому достаточно глупо от него что-то требовать пока что. 10 здоровья. 77 меткости, да? 12 мобильности. Не очень, но в целом пойдет. Дальше. Это у нас следующим мэком будет Тони Старк. Раз у нас народ так отказывается, поэтому будем сами мэков делать. Какие проблемы? 11 здоровья. 75 меткости. Ну, специалист. Для специалиста в целом неплохо. Или может быть ему винтовку лазерную выдать. Хотя нет. Нет. Так, в принципе, все. Мы готовы, да? Мы готовы стартовать. Выдвигаемся. Надо нам Ваську покачать будет. Ваську покачать надо будет. Тони Старка покачать. Азия, на базу прибыли запрошенные перехватчики. Отлично. Привет. Привет. Готовимся к высадке, штурм 1. Начать операцию. Австралия отправила уже несколько запросов о помощи, значит, летим туда. В одном регионе внутренние войска пытаются остановить пришельцев. Лунатиков много, и они хорошо организованы. Нас просят помочь. Нам бы для огнемета еще бы исследовать. У Мэка для огнемета надо исследовать один проект, чтобы он посильнее прижигал. Присаживаемся. Васька там сзади крадется. Пошли. Штаб, ответьте рейнджеру. Мы на точке. Прошу разрешения на выброску десанта. Вас понял, рейнджер. Десантирование разрешаю. Мы разведчика с собой не взяли. Выдвигаюсь. Пошли, Васька, будешь разведчиком. Вижу. Планетный материал. Отлично. Отлично. 5 единиц урона. Это не очень круто, на самом деле. Уже иду. Давай, Марти. Двигаемся тогда в ту сторону. Слушаюсь.
Я пошла. Слушаюсь. Так, Дима, сюда. Поехали. Влад у нас получает повышение. Шикарно. Питер Ван Дорн. Так точно. Идет сюда. И... Костя. Ну да, половинка укрытия пойдет. Там самое главное где-нибудь. Приходите, гады. Пятую точку прижать где-нибудь. Кибердиски здесь, да? Кибердиски. Уже вышел. Пошли. Вижу противника. Здорово. Так. Попробуем. 53. Эх, нам бы меточку. Нам бы меточку. 63. Так, погнали, Питер Ван Дорн. Кого ты там можешь? 51, 61. Ну давай на этого, что ли. Да. Цель ликвидирована. Да, хорошие метки. Так, мы можем, в принципе, теоретически назад свалить. Теоретически. В принципе, если сейчас у нас Влад попадает... Иду. Если Влад попадает вот в этого толстенького 53%, то мы можем свалить назад, огрести в спину, конечно же, но смысл в чем? То есть, а всех остальных поставим на боеготовность. Давай, Влад, не подведи. Мимо. Урон нулевой. Это не круто. Это не круто. Так, и куча их ставить, опять же, это поймать гранату в лицо. Все-таки придется их как-то... Готовность номер один. На боеготовность ставить, да? Давайте мы его, наверное, как-нибудь уберем. Куда-нибудь. Один за всех. Все-таки зря я на боеготовность поставил. Ясно. Давайте, Тони Старк. 50. Круто. Выхожу. Что я могу сказать? Медик. 59. А вот это не видно, да? Вот такую штуку нам вообще не видно никак. Значит, в другой раз. Выхожу. Так, Дима идет сюда. Потом он идет сюда. Так, есть. И вот здесь Костя идет. Спешу. Ну, поближе немножко. Готовность номер один. 50%. Ну давай, Тони Старк. Понятно. Мимо. Даже надеяться не стоит. Один за всех. Что делает? Полным укрытием до тех пор, пока не начнет передвигаться или стрелять из оружия в руке. Это действие не завершает ход мэг. А дамага в него меньше влетает, интересно, или нет? 53. Ну давай, попробуем. А, подождите, это... Я же рельсотрон брал. О, минус один дрон, это неплохо. Я же вроде рельсотрон брал, а она такая... Ох, голографическая метка, это отвратительно. Шел вон. Поворачивается еще, смотрите как че. Уху, отлично. Отлично, мы живем. Так, и как бы мне теперь его увидеть? Выбегаюсь. Проходим. Не видно, да? Не видно.
Это просто великолепно. Промахнулся. Это просто великолепно, я бы сказал. Координаты получены. Проходим сюда. 100%, Дима. 4. Не густо. Не густо. Ну так, если совсем откровенно. Слушаюсь. Медик. 95 71 54. Надо нам сейчас постараться по максимуму дамага по полное укрытие. Шикарно, шикарно. Так, а ты у нас что можешь делать? Агрессия. Первый обычный выстрел в радиусе 4 клеток от цели не считается действием. Нам надо поближе подойти. Идем. В радиусе 4 клеток, да? В радиусе 4 клеток. Но мы не добегаем в радиусе 4 клеток. Так, Тони Старк. 346. Ему нужен один фраг. Отлично. Он получает повышение. Это не может не радовать. Выполняю. Проходим. Марти, твое. Лунатик готов. Отлично. И медик 54. Ну давай попробуем. Шикарно. 4. И еще у нас один товарищ идет куда? А он идет, например, откуда стрелять можно? Выполняю. Например, сюда. Вдруг он вздумает полететь все-таки. Давай. Начинаю наблюдение. 73. Влад, огонь. Опять мимо. Влад. Клац, клац. 60. Ну давай уже, попадать пора. 7. Пойдет. И обратно в лицо. Нет, кто-то там у нас... Николаев не попал. Поправка на ветер. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 13. Вот вам и такие дела. В радиусе 4 клеток, да, говорите? Уже иду. А он сможет подобрать вот эту штуку? В костюме Мэка. Мы получили контейнер. Да, отлично. Так, меточку нам, пожалуйста. 15. Ну, а чё нет-то? Я без боя не сдамся. Ты где был раньше-то? Вот прикиньте, да, мы бегаем, у нас по 11 хп. Спешу. Вот такие дела, ребята. В лицо поймать такую очередь, это как-то будет не круто. Терпи, и Васька у нас опять идет отдыхать. Нам нужно больше брони для Мэка. Это однозначно. Так, все. Координаты получены. Выдвигаемся, перезаряжаемся. Можно начинать. И выламываемся в ту сторону. Так, здесь ясно. У нас. Продолжим. Влад сидит здесь. Здесь выполняю. Мы проходим сюда. Вражеские войска! Здорово! Мастер ближнего боя, 13. Отряд противника ликвидирован. Принимается. 25%. Это у нас тяжелые летуны. Хм. Вас понял. Нет, я не хочу. Валим. Валим. И у нас здесь стоит прям как... Выполняю. Тополь на плющихе. Ну, вроде бы его не видят. 38, 48. Так. Так, так, так. Мы можем, конечно, run and gun сделать. Стрельба на бегу, агрессия, мастер ближнего боя. Защита из плавов. Так, подождите. Двигаюсь к точке. Погнали. Двигаюсь в любом случае. Координатам.
Давай. Дима, надо. Надо пацанов защищать. 87, 71. 87. Давай, этого есть шанс убить. Отлично. Мы разобрались. Вышел. Так, а метку нам никто не сделает, да? Мэг и пехота. Марти. 38. Давай, надо пробовать. Великолепно. С точностью ему немножечко... С точностью ему немножко приладили. 30%. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я даже не знаю. У нас последний ход так-то, если что. Давайте пробуем. Без проблем. Нужны боеприпасы. Я потерял цель. Боеготовность? Нифига себе. Повреждение минимально. 8. Я так просто не возьму. 5. Как классно, что мы его починили. Как классно, что мы его починили, да? Последняя аптечка, Вася. Скоро оклемаешься. Это круто, что он в себя дамага столько забирает, но это не очень правильно. 100%. 61%. Нет, давайте 100%. 6. Пойдет. Дальше. Снайпер. 63, 68, 78. Да неужели, Влад? Этот готов. Спасибо. Так, дальше. Боеготовность он стоит, да? Питер Бандорн. 46, 51. Ну давай, заодно метку. Мазло. Цель все еще существует. Опа. Опа. Это вообще не круто. Это вообще не круто. Медик. Медик. Сорок один. И чё, всё, да? Только его видим? А вот этого не видим. Как? Расскажите мне, как это происходит? Как мы эту сволочь не видим? Я не знаю, что делать, ребята. 78. Давай, Марти, мочи. 5. Еще мне разочек. Мне бы патроны не помешали. Я знаю, Марти. Молодец. Снял его. Нужен боекомплект. Молодец, ты прям вообще красавчик. Красавчик. Так, тебя бы куда? Сюда, но я боюсь, что мы поймаем прям в лицо разряд. Я пошел. Нет? Хорошо. 37. И вот здесь. И вот здесь доктор должен куда-то свалить. Аптечек нет. Лечу. Отлично. Мы ему шкурку немножко попортили. Давайте попробуем еще попортить. Нет. Что за хрень? Не вышло. Не вышло. Еще дергается. 40. Надо пытаться. Тони Старк. Ты чё, блин? Мимо! Давай-ка еще. Еще 40%. Молодчина. 4. Боеприпасов маловато. Так точно. Так точно. 60 в упор. 9. Нет патронов. Мне кажется, кто-то сейчас... А, нет, ребятки. Ну-ка. Цепляем. Нам самое главное... штурмовика нашего
Стреляю зажигательным снарядом. Пойдет. Вообще пойдет. Доктор, улыбайся. 8 крита, но мы живы. Мы живы. Марти перезаряжается. Мэг у нас перезаряжается. Хорошо. Дальше. Влад у нас повышение получил. Получил. Поэтому в дело вступает Дмитрий. Хотя он уже убивал, но тем не менее. Этот готов. Безопасно. Все в порядке, шеф. Да, дела. Васька греб, доктора греб, но без потерь. На этот раз без потерь. Летунов сорвали, конечно, не вовремя. Улыбаемся и машем мерзавцам. Так, есть. Ранение 29. Не... Васька у нас опять на месяц уходит. Василий. И 42 дня, сержант Киска. Влад, новое звание. Капитан 3. Давай посмотрим. Стабильность платформы, выборочное прицеливание. Да, конечно. Два дамага, это круто. Тони Старк у нас получает непоколебимость. Ему, в принципе, пофигу, что качать. У него в зачет пойдет только вот эта обилка, да? Продолжить. Что мы взяли? 38 наносплава. Ребята не зря люлей огребали. 80 баксов. Два прицела, одну броню фалангу. Не забывайте, мы видим все. Смотрим. 56. Чиним. Странно, что костюм Мэка мы не сломали. Мне вот это удивительно. Так, я хотел еще посмотреть инженерные кибернетизации. Где у нас там Тони Старк? Тони Старк. Ку-ку. Готовность. Тони Старк. Тони Старк, да. 40 баксов надо. 40 баксов. Кто у нас пойдет? Вернее, где у нас? Где у нас плазмеры пришельцев? Трупов сектоидов. Давайте пятерых продадим. Отлично. Кибернетизация. Направить. И... Тони Старк. Ты где? Выходи. Мне нужны твои руки и ноги. Тони Старк, пехотинец. Выполнив необходимые ампутации, инженерная команда начнет внедрение интерфейсов киберкости. Шикарно, я это знаю. Обнаружен объект. Средний рейдер. Баланс, баланс. Пробуем. Шеф, опа. Совет будет возмущен, если узнает, что мы пропускаем корабли пришельцев. Да что ты говоришь? Поддерживать спутниковое покрытие над странами Совета. Все, помолчи. Так, все, эти к бою готовы. Одного мы тогда отправляем на переоборудование, да? Лазерная пушка, ракеты лавина, ракеты лавина. Давайте оснащение. Чем быстрее начнем. Как-то же мы без этих истребителей здесь жили же. Нет, оставим одного. Я так не хочу. Ракеты лавина. Вот кому можно поменять. Четверых сбил. Одного сбил. Давайте вот этого меняем. Да какой? О, ураган. А у нас смерч, ураган. Призрак. Прикольно. Так, в принципе, все. Модули перехватчиков у нас. Обнаружен инопланетный объект. Средний объект не опознан. Объект не опознан. Давайте идем, наверное, ракеты лавина. Давайте с лазерной пушкой съездим. Посмотрим, что это за товарищ такой. Вижу противника. Давай, бить противника. Приближаюсь к цели. Нифига себе.
Это жестко. Обнаружен объект. Это жестко прямо у нас тут. К бою готов. Отлично, сейчас полетишь, раз готов. Но объект потерян. Это жесть какая-то, ребята. Обнаружен объект. О, 6 сбито. 6 сбито. Погнали. Давай, ты должен справиться. Ты должен справиться. Открываю огонь. Давай. Выхожу на цель. Я подобрал. Мочи. Еще. Объект потерян. Чуток прям не смогли, но он не сможет у нас. Обнаружен объект. Не. Но он не сможет выполнить свою задачу. Модули перехватчиков завершен. Это что мы сделали? Модули перехватчиков. Разработка одноразовых ускорителей. Да. Это хорошая штука. Сколько стоит? Модули для перехватчиков. Где ты? Защитная матрица. Подождите. Восстанавливающий туман. Активируйте этот модуль при перехвате, чтобы мгновенно небольшое время ускорить корабль. После использования модуль сгорит. Акселератор позволяет бросить все вычислительные мощности на оптимальный разгон, что дает возможность догнать даже самые быстрые корабли. Эта штука должна нам давать время. Акселератор ускорения. Она должна давать нам время на то, чтобы догнать этих мерзавцев. Вот как сейчас было, да? Вот прям буквально чуток не хватило. 12 она, по-моему, стоит. 12. Выше сделку. Парочку закажем. Произвести. 2 штуки дайте нам. Спасибо. 4 дня. Нормально, мы подождем. Допрос берсерка. Обнаружен инопланетный объект. Да откуда ж вас столько? Ракеты лавина. Австралия истребитель. Поехали. Ой, заключила. Как-то же раньше мы сбивали же их, да? Но раньше... Атакую. У них технологии были немножечко другие. Преследование точно выполнение. Да ну, криворуки. О, попал. Попал. Объект потерян. Ну хоть что-то пострелял в нем. Давайте смотрим, кто у нас здесь. Бонус к скорости исследования, допрос берсерка. Усовершенствованы боевые системы, боевые экзоскелеты, системы энергии пришельцев. Обычный проект 7 дней, обычный проект 7 дней. Ну, давайте будем это изучать. Вариантов пока что особых нету. Ну и, в принципе, все, ребята. Я думаю, что и так у нас серия что-то затянулась, увлекся я. На этом я с вами буду прощаться. Надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте комментировать видео, где что пропустил, где что увидел. Что-нибудь интересное, мысли появляются, обязательно пишите. Все комментарии читаю. А мы с вами увидимся в следующей серии. Всем счастливо, всем пока.